Очередное планерное совещание состоялось в зале администрации. Прошло оно под председательством главы района Заура Хамирзова. По традиции, участники совещания рассмотрели и обсудили широкий круг вопросов, касающихся жизнедеятельности района. О ходе призывной кампании доложил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Он отметил, что в районе продолжается работа по оповещению граждан на военную службу. Заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова выступила сразу по трем вопросам, касающимся проведения ярмарок выходного дня, о проводимой работе по достижению KPI показателей и создания рабочих мест в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Вопрос о проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, озвучил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Полностью прошли уже 884 человека, это составляет 86% от заведенного плана. И в работе, то есть те лица, которые проходят второй этап, 208 человек. Итого мы до конца мая в Кашхабс-Сырбы выполняем план с перевыполнением на 106%, 1092 человека проходят углубленную диспансеризацию. По вакцинации хотел тоже обратить внимание, доведенный план у нас выполнен на 85%, это 14 783 человека у нас прошли вакцинацию. С отчетом о проводимой работе по своим направлениям деятельности выступили заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов и начальник управления сельского хозяйства Заур Самугов. Если погода у нас позволит, то мы в течение недели завершим все ярмарки культур полностью по району. Состояние на сегодняшний день озимой культуры хорошее. Готовимся к уборке. В конце месяца планируем предуборочное совещание, где будем озвучивать и противопожарное состояние по району. Одной из главных тем, рассмотренных на планерке, рейтинг Центра управления регионом. Для подробного обсуждения данного вопроса на совещании были приглашены руководители организаций и учреждений, а также специалисты, занимающиеся ведением социальных сетей. Глава района обратил внимание присутствующих на значимость данной темы.